Чай, у нас сьогодні сніданку із музичною прем'єрою. Дивіться, хто до нас прийшов, то ви знаєте. Хеллоуін. Що, не уїхала? Сергій Вікторович! Молодий та зухмалий автор пісень і підкорювач дівочих сердець. Загадковий Меловін. Меловін. Тата і мами. Мел на сцені. Він переможець пісенного талант-шоу. У 2018-му яскраво запалив на сцені Євробачення в Лісабоні як представник від України. Сьогодні у свій день народження у студії «Сніданку» вихідний Меловін відверто розповість про особисте та презентує новий трек. Знаю, ким я так, коли все пішло. Знаю, що зробити, щоб нікого не зайшло. Сонце, що горло між нами. Думки, що вирвали у камі. Блиці. І хоч зустріча на душі прохолодно, я знаю, що було ще для мене. Днем рождения! Спасибо большое. Я вас очень сильно люблю. Ну, как бы вместо 1000 слов. Лучше пиши колоколонию. Спасибо огромное. Кто есть на Патреоне, я сейчас долго трансляцию буду проводить. Очень супер, очень интересную, прям очень. Я буду... Это 14.00, да, будет? 14.00, да. Надо запомнить. Я и начну. Включаем таймер. Она там не сохраняется, к сожалению. Да там будет очень хорошо. Нет, давайте мусорить природу. Вот давайте, они не едут. Давайте, может, где-то вдалеке, мусорить, чтобы да. Не в городе, а и... Давайте. Видео, да, а знаете, что мы сейчас зараз... сделаем так, чтобы они с машины выехали? Давай. А... Хорошо, давай. Дай дома мавзолея. Спасибо. Это лучший день рождения. Всем привет! Буквально через 30 минут мы с Егором Андрюшиным выйдем к вам в прямой эфир на моем аккаунте Patreon. Поэтому свайп вверх и регистрируемся. С днем рождения тебя! Вообще, сегодня в свой день рождения ко мне приехал Меловин. Уже если, правильно? Yes, of course. Yes, it is. Чтобы сделать невероятно крутое перевоплощение макияж. Вообще, расскажи, как ты пришел к тому, чтобы захотеть вот такой вот... Чтобы стать трансухой! Я не хотел бы трансухой, подожди. Ну, хорошо, у нас сегодня будет образ с тобой вдохновлен крутым дизайнером Джон Гальяно. Ты знаешь, кто это? Ну, ты об этом знаешь. Я хотел просто что-нибудь странное, дикое и фриковое. Ага. В общем, сегодня Меловин отмечает свой 24-й день рождения. Уровень, да? Пожалуйста. Уровень, левел. Уровень. А почему уровень? Ты знаешь, мне кажется, если бы люди чаще говорили вот не год, а уровень, мне кажется, никто бы не обижался. Я вообще не боюсь никаких экспериментов, поэтому... Твори художник. Ну, хорошо, а как насчет эксперимента, да, то есть там грудь, каблук, накладные бёдра? Ну, бёдра. Зачем грудь, если у меня есть член? Я тебе торжественно надеваю шапку. Давай, на мои все. Ой! Давай покажем максимально. Я ее немножко разрезал. Подбородок. В этой шапке все максимально выглядят убого. Естественно. Для того, чтобы заклеить брови, нам нужно обязательно их обезжирить. Угу. Ты готов к этому? А можно подбородок все вместе? Все новые щеки обезжирить. Кстати, как ты относишься к пластике и косметологии? Хотел бы ли ты что-то изменить в себе? Нормально, на самом деле, типа... Я иногда делал липолитики, типа жирожирать. Вот, я к этому и говорю, что липолитики как раз-таки убирают. Это нормально абсолютно, но типа, но понимаешь, одно дело, когда делаешь, там, вкалываешь все липолитики, да, и не занимаешься вообще ничем, не сидишь на каком-то нормальном питании здоровом, у тебя здесь все бру, а здесь... Вот это очень странно.
А хотел ли ты что-то изменить именно вот в лице? Наклон, там скулы, там углы, нос, губы? Нет, у меня прекрасные скулы, когда я занимаюсь собой. Не, не к тому, что они не прекрасные, ты весь прекрасный, просто, знаешь, вот. Все люди хотят быть еще лучше, круче. Я и так классный. Угу, супер. То есть тебя все как бы устраивает и ничего не хочет поменять? Раньше меня не устраивал нос, типа горбинка, все вот это вот, типа. Ага. А, сейчас... Ну ее не видно на самом деле, да. Нет, вообще, видно. Ну видно. Ну сейчас мы ее исправим, законтурируем. Надо, а вот сейчас типа я очень люблю это. Это какая-то фишка. А пару раз мне фотографы замазывали родинку, вот эту. Я психовал. На самом деле, моя семья и, в частности, мама, просто фанатка твоего творчества, если так можно сказать. Потому что, когда ты был на X-Factor'е... У нее явно хороший вкус. Мы приезжали на каждый эфир, высылали за тебя смс-ки. Правильно? Столько денег потратили на эти смс-ки. Можно мне выставить счет? Можно я теперь вам выставлю счет, да. Я просто хочу, чтобы ты знал, как мы пострадали финансово. Не звони, тихо плачь. Как дальше? И любуйся списками. Вот я не могу понять. И любуйся. И любуйся списками неудач. Тихо плачь. А гудки. Тут. Ну тут, вот. Тут. Ты, любишь ли ты вообще свой день рождения? Люблю, да. Любишь? Но не люблю ночь до. Потому что ты не спишь. Депрессуха нападает. Я начинаю сразу анализировать, что я успел сделать. Что я не успел сделать. За год, да? Ну вот да, это вот у меня такое происходит на мой день рождения и на. После боя курантов. Я иду в комнату и начинаю реветь. Просто так. Да, это нормально реветь, прикинь. Нет, и не к тому, что нормально, ну... Это не для тебя, это для других сказал. А, нет, я понимаю, тоже бывают такие моменты, когда хочется просто плакать. Конечно, я включаю, просто так. Я включаю Тина Кароль, я все еще помню. Или сейчас, да, хотя ты не... всегда да успеешь. То есть собрались просто фанатки Тина Кароль. Я вот к тому хотел спросить, как у тебя вообще с друзьями? Как, ну, у меня как маленький это круг. Все? Очень маленький, да? Очень маленький круг. Но обычно, типа, это в счет идет команда, потому это что... Это тоже твои друзья? Да, в какой-то, ну, не в какой-то, да, это мои друзья в первую очередь, ух ты, сначала. Интересно. А можно ли так, чтобы команда была друзьями? Есть ли хорошая работа? Можно, абсолютно, если люди умеют делить работу и личные отношения. Если они этого не умеют делать, то это вообще невозможно. Извините, немножко залезу. Но это сразу видно, когда вы просто не сходитесь в этих вот двух разных амплуа. По моему опыту, когда есть работа и есть друзья, и идет пересечение, особенно если вы еще работаете в этой сфере, у меня ничего не получается. У меня такое тоже было, и, к сожалению, так произошло, что мы разошлись с некоторыми людьми из команды. Но это нормально. Кто-то ушел просто потому, что, слушай, ему надо уже дальше развиваться в другом проекте. На самом деле, очень классная штука, когда ты работаешь над проектом 5 лет, не больше. Это мировая практика, реально. И дальше другие люди. Дальше другие люди. Другой артист, не знаю, другая компания, все другое. Иначе ты будешь застаиваться, типа, и ты ничего нового не сделаешь. Ты не выжмешь, ты уже устал. И ты даже сам этого можешь не понимать. Вот, поэтому надо вовремя уходить по-английски. Интересно. Не хочешь быть напуган? Пугай первым. Мое самое любимое — это бьют. Беги, дают, бери. Правильно, слушай. Почему нет? Мелвин вернулся в прошлое, так скажем, надел линзы, да? Очень прошлое. А как ты относишься вот в сравнении с Мэрилин Мэнсоном? Как ты вот, тебя часто сравнивают с его стилем? Конечно, часто. Ну как ты относишься? Ты бесишься? Ты знаешь, меня не сравнивают с стилем, например, музыки, да? Типа то, что на самом деле... Нет, это чисто внешне. Внешне, типа, да, сравнивают, но мне кажется, что... Ну, во-первых, у меня нет прямой пародии, просто это все, это такой себе глэм-рок. Который, типа, я использую, например, там, на сцене, в костюмах, даже вот последний клип «Кровь и пыть», красный пиджак, зеленые волосы, какой-то такой чуть-чуть смоки на глазах и все. Ну, даже не чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Это чуть-чуть. А, это чуть-чуть. Нюдик такой, да? Ну да, это нюд по сравнению с тем, что я обычно прошу. Ага. Что значит в твоем понимании брутальный бисексуализм? Я совсем скоро... Если тебе будет интересно, сделаю очень крутой спецпроект в Украине и сделаю это первым в Украине. Это будет очень интересно. Там ты узнаешь все, получишь ответы на свои вопросы.
Ага, то есть это проект, посвященный бьюти или посвященный в целом человеку, что это будет? Это посвященный проект ментальности и людям. Угу. Хорошо. И их отношению к людям. Угу. Другу. Просто вот как понять вот брутальный бисексуализм в плане макияжа? Вот ты там все да? узнаешь. Да? Но ты сегодня не хочешь приоткрыть за нами? Нет, потому что я тебя туда приглашу, в этот ага. проект, и ты будешь это все делать. А, хорошо. Mm-hmm. Я еще, правда, сам об этом не знаю, но окей. Ну, это вот только что было, видишь? А, это уже было приглашение? Mm-hmm. У меня за 22 года, вот тебе скажу такое откровение, хотя это для никого не секрет. 22 года? Да. А что такое? Ты думал больше? Да нет, просто типа я не знал. А, ну у меня 22. У меня ни разу не было отношений, вот серьезных таких отношений, знаешь, типа там любовь, там вот это вот за тобой до гроба на край света. У тебя были отношения? И как они вообще... Как они вообще... Ну, были, да. А большой да, у тебя вот. Опыт? Ты знаешь, типа, я не... Вот я в каждом интервью, типа, по-разному говорю, потому что я всегда считаю, типа, что рано или поздно ты все равно об этом скажешь, uh-huh. а обычно говорить об этом не хочется. Uh-huh. Но скажу, что, типа, это был реально длинный очень опыт. Uh-huh. Это более чем 4 года. Ага, о. Да. А-а-о-о. Просто для многих отношений это, знаешь, 2 недели. И поэтому я очень сильно жду свой спецпроект. Ага. Которому этому всему будет посвящен, потому что я не хочу, я хочу быть честным. И я не хочу больше, это даже нельзя назвать играть, а, знаешь, знаю. Будто играть не свою роль. Вообще, mm-hmm. типа, в жизни. Поэтому я максимально жду того дня, когда я это все выпущу. Это будет в очень красивом таком арт... Подача. Да, в арт-подаче. В очень красивой подаче. Распелась. Слова не знаю. Хватает паричка такого, да, знаешь, да. шубка такая. Да. А сейчас... Да. И тільки мати не засне, мати не засне, жде вона мене. Смешно. Пробовала ли ты когда-то пудру за 250 евро? А ты пробовала когда-то петь микрофон за 4000 евро? Нет, я за пудру. А я за микрофон? Да. Где? А, на репетиционной базе. Там таких нет микрофонов. У меня микрофон как у Леди Гаги. А, да? Да. Да, я не к тому, что типа я подусь, просто интересно, я влияет, не ли, влияет ли... Влияет все ли... влияет, слушай, типа, как и все средства для лица, так и звук в аппаратуре. Угу. То есть ты любишь, чтобы тебя красили подороже? Ну, потому что, блин, это лицо. Угу. Это ж... Это... Блин, это лицо, ну это прям вот это все точка сразу. За каблуки, наконец-то, спрошу. Да. Я видел у тебя в клипе, и не только в клипе, и на фотках, что ты ходишь в таких каблучках, да. такие туфельки, такие какие-то мужские туфельки. Ну не мужские. Где ты их взял? Что это такое, и что это за каблуки, откуда они, и почему каблуки, как тебе, удобно ли в них, и что это такое? Ну, это... Слушай, в этих мне не супер удобно, потому что мой размер ноги 42. Это обувь 40. Как размера. Мне это знакомо. Вот. Но мне захотелось, это прикольно. Во-первых, мужчины первые, кто носил каблуки. И мне захотелось как-то камбэкнуться назад и совместить 90-е, тем, да, и совместить с тем образом абсолютно не 90-х того, что я дублирую на сцене в своем образе. Все это совмещать, это очень прикольно. И в любом случае это вызывает реакцию у людей, эмоции. Диссонанс. Диссонанс абсолютный. Особенно с песней, например, там «И кровь, и пыть», у них они не понимают, почему это происходит. А ходишь ли ты в клубы, там, тусить и так далее? Потому что я, например, очень люблю танцевать, но я ну, не видел, ты не выставляешь как-то сторисы, что ты где-то гуляешь, где-то что-то ходишь. Потому куда-то. Что я тусуюсь только дома. Прям дома? Ну, в своей компашке прям. Я клубы не люблю. И концерты, кстати, не люблю. Концерты твои? Нет. Не а, сам. Ты что, сама слышишь? Я-то думаю. Какой ротик красивый. А, ну, ты переживаешь, что тебе кто-то сфоткает. Нет, ну, а не как? Нравится, я не люблю тусить просто. Типа, ага. Я только вот недавно был в гей-клубе на день рождения у знакомого, типа, и, ну, я не люблю такое все.
Подходили, кто-то фоткался или как? Ну, были люди, которые фоткали со стороны, такие, знаешь, так еще, типа, так интересно, так вот. Типа, вот так вот? Вот так вот, вот. Типа, я не снимаю, да? И что, прям фоткали втихаря, типа, ой, Мелани в гей-клубе, да, типа так? Слушай, да я сам выставил сторис в том, что я в гей-клубе. А зачем тогда фоткали? Ну, вот именно, но они не знали, что такое выставка. Они хотели слить, типа, фотки. Да, они, типа, хотели эксклюзив, а я обломал. У тебя же был недавно какой-то слив, да? Был слив, типа, но... Типа интимные фотки, да? Да, интимная фотка. Я не видел. С перепиской. Оу. Я когда маме позвонил, говорю, мам, типа, если что, я сразу ее скинул, говорю, типа, посмотри, пожалуйста, типа, что, если что, это не мое. Она говорит, слушай, ну я что, тебя с детства не знаю, но я знаю, что это не твое. А там прям вот так все, типа, вот прям вот так. Да, вот так вот, типа. И ты знаешь, и мама говорит такая фразу... Ты знаешь, хорошо, что взял еще такие, а могли ж такие взять. Вот это юморок. Мне безумно нравится. Я сегодня могу быть гламурной Бет Эдита. Гламурная прошманде. Ну, чересчур. А что вы такое говорите? Охренеть, конечно. Я на самом деле хочу очень сильно... Воплощение Бога просто. Ну что, погнали на birthday party? Come on, bitch! Happy birthday to me, happy birthday dear Melvin, happy birthday to me. Пам-пам. В общем, ребят, я сегодня делал видео и перевоплощение макияж для Мелвина. Мы записали с ним крутое видео на YouTube, так что скоро вы его сможете увидеть. А я уже собираюсь тоже, вот бреюсь, крашусь, потому что скоро еду на день рождения к Мелвину. У него сегодня день рождения, вот, и мне нужно собраться за час. Я, конечно же, не успею, придется опаздывать. Что это за кали? Больше, больше. Thank you.